Они не нападают, но это не значит, что они не опасны. Ведьмина хата. Дом кажется жилым, но никого нет. Осмотрюсь. Теплый. Что за ингредиенты, по запаху не понять. Либер Ивонис. Книга, запрещенная капитулом чародеев. Стертые в порошок кости. На стене висят предметы для чар или трофеи. Сломанная пополам стрела, наверное, приносит неудачу стрелку. Виноградная лоза дает хороший урожай или наоборот. А с помощью этой куклы, похоже, накладывают проклятие. Шелковый платок с монограммой ДФ. Если это платок Дафны, он поможет снять проклятие. Обычно меня навещают только дикие коты, а тут на тебе, гость из дальних стран. Чего ты ищешь в моем доме? Я уже нашел. Неужели ты собираешься расколдовать девицу в дереве? Если и так, то что? А то, что это пустая трата времени. Тебе что, никто сказок на ночь не читал? Даже ведьме с рыси и скалы нелегко преодолеть силу тоски и любви. Что стало с ее рыцарем? Он добрался до тебя? Гаррет? Да. И он довольно быстро изменил свои намерения. Точнее, это случилось после нашей первой ночи. Он оставался у меня довольно долго. Потом его одолела совесть, и он решил вернуться к этой своей девушке. Он так до нее и не доехал. Да, произошел несчастный случай. Ты? Приложила к этому руку. Конечно. Как я могу отдать моего мужчину другой женщине? Ни за что. Я сумею снять чары без твоей помощи. Удачи. Путь свободен. Ты меня отпускаешь? Просто так? Я сама не придумала бы лучшего конца для этой истории. Визит окончен. Прощай. Мы больше никогда не встретимся.